Галимов один на пятаке. Вот часто приглядывает начал Артем Пименов за ним. Галимов. О, так здорово сейчас попрощался с соперником. Что творит? Какой голешник! Удивительное мастерство. И как он это делает? Артем Галимов, да, не автор шайбы, но автор невероятного хоккейного шедевра. Вы посмотрите, что делает Галимов. Потому что двоих игроков здесь Пименова, да, с другим нападающим столкнул лбами. Поднялся вроде бы он на синюю линию, резкий вираж и отдает еще передачу назад, потому что там и Кугаршев тоже пытался помочь, ну просто здорово. Это...